Значит, есть предложение. От меня к тебе, да. О. Ну, так или иначе, у нас есть излишки массы тела. Ой, есть. Ой-ой-ой. Я предлагаю рано утром в 4 часа так. вставать так. и до Орлиного гнезда 3 раза подряд подниматься, спускаться. А потом идти на пляж, загорать, отдыхать. Уверяю, что мы, когда приедем, мы будем стройные, как говорил отец, как кипарис. Кстати, кипарис здесь растет. И кипарис сюда завезли для того, чтобы... Ты уверен, что это кипарис был? Конечно. И кипарис сюда завезли для того, чтобы... Эвкалипт ли? Эвкалипт Конечно, завезли. Господи, Андрей. Если бы не я, ты столько информации бы неправильно, неверно говорил. Я как это, в Википедию туда иду, управляю. Ну, так... Завезли, и правильно. Завезли эвкалипт. Да, и завезли чего? Эвкалипт. Чтобы люди были стройные, как кипарис. Ой. Чтобы побороться с... С влажностью, с болотистой местностью. Засадили местности болотистые. И еще рыбку какую-то завезли, которая личинки съедала. Да, малярийных. Малярии, да, малярийных комаров. И потому что кипарис, ой, эвкалипт, очень много влаги из почвы поглощает. До скольки литров в сутки? 60? Да, что-то 60, литров, может быть, даже 80. Ну, то есть, чем взрослей особь кипариса, эвкалипта. О, смотри, дом опять разрушен. А вот прекрасные дома. Разрушены. Да, в целости и сохранности. Без окон, без дверей. Да. Я хочу опять залезть сюда. Я думаю, что не стоит. Так и манит. Пошарится. Пошли дальше. Нет? Вот такие дома достаточно крепкие, если их установить, да, подшаманить. Очень даже ничего. Да. Загляните, да. Что там есть? Кстати. Там, смотри, двухэтажный дом, там внизу подвал. Да. Смотрите видео, которое в ближайшее время я буду выкладывать. Это... Очередное видео о тайне, покрытой мраком в отношении дачи Сталина. Мы нашли строение, абсолютно заброшенное. Храм. Да, храм. А рядом дача Сталина. Рядом дача Сталина и одно из помещений, в котором хранятся разные интересные вещи, которые уже давно никому не нужны. Все заброшено. И мы там ходили. И испытывали в определенном смысле адреналин. Эстетическое удовлетворение. Адреналин. Да. Получали адреналин. Вспоминали фильмы. Немножко ужасов. Да.